Пацаны, всем привет, с вами Антон Марчук, со мной здесь уже пацаны, мы, конечно, здоровались, но так для пацанов надо. Очередная осенняя тренировка, сегодня много кто не хотел идти вообще тренироваться, вот собрались все, кто смогли. Да. Странно, хотя причем у людей снег лежит, у нас чуть покапало, уже никто не выходит. Да, у нас еще погода вообще отличная, так что можем тренироваться. Давай сделаем 10 синхронов. На Инстаграм у нас будет куча всего. Плюс видос прикольный. Давай, будет ролик, у нас тематика 10 синхронов сегодня. Инстаграмная тренировка называется. Бомбим инстаграм. Давай. Что, давайте? Давай, пошли. Нет. Погнали. Ага, ты ждешь, я понял. Во-во-во-во, хорош, да, вот так вот надо было делать. Хорош. Это было вроде неплохо. Надо быстрее чуть нырнул туда. Ты просто вот заходишь вот так. Да. Сразу. Да. А покажи, как ты делаешь. Я не видно. Только здесь бокаю. Ты еще ждешь полсекунды. Я далеко был. Этот синхрон, я думаю, мы забабахали. Ну будет выглядеть прикольно, да. Есть. О, хорош, хорош. Можно чуть больше потянуть, чтобы вот так. Да. Вот. Ты шлепнул туда же, куда я первый раз шлепнул. Самое сложное, ты должен отойти назад, чтобы был вот такой угол. А потом обратно нырнуть на турник. Да. Думал, не схочу из турника. Вот это секунда. У тебя полета есть. Да. Ты можешь сделать. У меня чуть-чуть крутит, я уже думаю, схочусь или нет. О, ну сейчас именно пытался тянуть. Я чуть-чуть вытянул, но знаешь, в чем прикол? У меня не было левитации. Знаешь, того момента, когда вылетаешь, надо вылететь над турником. О! Понимаешь, мы должны быть в таком положении. Да. А мы с тобой в таком положении. Да. Да давай сделаем, сейчас посмотрим. Давай, блин, мы не знаем, давай. Что с тобой так делать. О! Мы очень легко, я тоже тебя ждал, мы очень легко отмахнули. Мы не дождались. Давай, я думаю, еще раз можем. Вот сейчас было хорошо. Да. Все. Это было хорошо. Можно, это можно сделать легко. Ну можно. Надо еще. Промахнулись, ебаный. Шлеп ненормально, петуху дай ему. Давай, шлеп. О, есть! Жесть, пацаны! Я здесь такое, между вами такое, между турниками, ноги там, я такой, ооо! Ладно, сделаем. Я тяну одну ногу согнутой, одну ровно, и я, получается, вот так делаю, да. И потом выравниваюсь в турник обратно. Давай попробуем вместе, хорошо. Сразу вместе, ну погнали. Очень красиво будет выглядеть, очень красиво. Мне кажется, даже было. Вот видишь, у вас вот так, как хлопок. Ага. А это колено больше к себе. Должна к жопе больше идти нога. Да, да, да. Делаете вот так, а должно быть вот так. Блядь. Выдумываем, пацаны, на ходу. Да. А ну да, я пробую. И обратно. Надо выше турника быть, по-любому. Вот. Значит, это возможно. О, да, было. Есть. Ебать, эти аккуратные, чувак, да я каждый раз думаю, что не схвачусь. А в таком положении мне не очень хочется приземляться. Ну,
Да, в этот момент. Я такой, прошел, знаешь, в чем прикол? Я понял, когда мне надо бежать. Мне надо бежать, когда вы толкаетесь туда. А ты толкаешься туда, здесь, и я такой смотрю, думаю, о, прикольно, он летит. И такой, ты уже долетаешь, я такой думаю, а что я здесь стою вообще? Ну все синхронно, все четко. Не, вообще. Он позже, он чуть больше держится на турнике. Можешь не сразу отпускаться, а вот полсекундочки. Во! Ну ты почему-то идешь назад, а он вперед. Я думал. Ну не важно. Ладно, опорную ногу и делаем. Опасный номер. Нет, нет, я не так сделал. Прыгнуть? И тогда сделай. Изначально сделайте просто прыжок без турника. Ну типа того. Давай. Попробуй на левую, на правую. Правую на левую. Две ногой, типа, чтоб. А, да, будет красивее. Да, во, да, во, вот так. О! А, не надо хлопать. Возьмя, да. Да, конечно. О, сейчас было вообще козырно так. Во! Вот, вот здесь. Сейчас было нормально. О! Я сделал тоже на левую. О, сейчас было вообще четко так. Хорош, хорош. Затащили это. Переходим. Давай, переходим к новому. Давай, давай посмотрим. Давай посмотрим. Ого. Жесть! Сейчас посмотришь, как он делает. Все, это давай. А то ты делаешь по-любому, а я. О, все, я думаю, нормально. Было? Походу. Я думаю, да. О, в депе выпрыгните. О, давай в депе. Да покер, давай так. А что вы делаете? Подожди, это вы просто вылетаете в депе? Да, это конец, все. Покер уже. Погнали. Пойдет. Сделал, что смог. Да не, нормально. Пацаны, все, заканчиваем это видео, сделали 10 элементов все, да. Для инстаграма. Ну чё? И для вас просто показали синхронку, тренируемся вот так вместе, намного прикольнее, интереснее, веселее синхронизировать наши элементы. И даже если это что-то простое, легкое, оно может выглядеть прям эффектно, охеренно, поэтому тренируйтесь, не думайте, что для этого нужно прям что-то нереальное уметь. Захотите инстаграмы пацанов да. В описании, переходите, у них классные инсты, подписывайтесь. Смотри, первый видос на канале уже это вот расчехляет. Тогда будем делать еще раз. Ладно, на это мы вырежем. Да, там и так видосы набирают. А, ну все, значит больше, чем... Главное, ребятки, если понравился такой формат, да, если что, поддержите, то хотя бы комментарий напишите. Я обычно под видео ставлю пост, крепляю его, и там пишу что-то, почему это видео сделал. Например, и под этим постом, если наберется хотя бы 500 лайков, пролайкайте этот пост, то мы сделаем еще. Когда это будет, наберется, тогда и сделаем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующем видео. Пока.